проблема подготовки управленческих кадров для нас очень актуальна. Мы испытываем серьезный кадровый дефицит в части управленческих кадров. И с 2012 года у нас были попытки проведения конкурсов в кадровый резерв. И меня, например, поразило то, что наши молодые доктора, особенно в возрасте до 35 лет, они даже не заявляются для участия в конкурсе. Почему это происходит? То ли неверие в собственные силы, то ли, может быть, осознание того, что они еще не готовы, то ли сложившееся стереотипное мнение, что руководитель медицинской организации – это человек с огромным стажем работы, в возрасте ближе там, к 50 лет, и, соответственно, вот такой стереотип у нас сложился. Поэтому совместно с Ассоциацией медицинских работников мы решили провести вот такой первый молодежный мини-форум, и я честно скажу, что мы преследуем одну цель – поиск молодых и талантливых управленцев, будущих управленцев, которых мы будем целенаправленно готовить.